Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в BioShock Infinite. Мы находимся в оружейном, как это сказать, не оружейный завод, но в общем снабжение оружием местного государства или города, город-государство скорее. В общем, нам нужно найти оружейник, потому что нас попросило это сделать местное сопротивление, убедительно так попросило. Только в этом случае они отдадут нам дирижабли, мы сможем убежать отсюда. Элизабет вроде как с нами. Надпись на стене. Держите в безопасности руки и ноги, то есть подальше от машинерии. Видимо, здесь изготавливают оружие. Того оружейника, как нам звонит, подождите. Алло. Hello? Mr. DeWitt? Yes. Hold for Mr. Fink, please. What's going on? DeWitt? Fink here. Listen, my boy, we've had our eye on you, and I can tell you right now that you are our top candidate. Top! Now, my associate, Mr. Flambeau, will help you with anything you need. What the hell was that? I have no idea. Все больше вопросов. He's oddly pleased to make your acquaintance. Что? Почему он так с нами? Как почетный гость. Well, the man's got an ego. Да, это называется компенсация. Все комплексы наружу. Вообще заметили, к любому человеку можно зайти в квартиру и потому, как у него там вообще все устроено. Ух ты, смотри, сколько рабочих. Можно очень много о нем сказать. О самом человеке, о его натуре, о его комплексах. Тоталитаризм. Здравствуйте. Есть какие-то проблемы? Если что, у меня есть. Mr. DeWitt, welcome to Finkton. You'll find a variety of supplies here that should see you through your visit. Ты кто вообще? Ручная пушка. О, такие вещи мы любим. Excuse me, miss, but Mr. Fink's interest is strictly. О, какой же, посмотрите. But why? So sorry, young miss. But any questions regarding the gentleman's application should be taken up with Mr. Fink directly. Cash. То есть ты просто секретарь, другому назовешь. Но Чен Линь, он же в розыске, почему его до сих пор не поймали? Мы же идем прямо к нему или мы идем в ловушку? Head to the gunsmith or scavenge supplies by that clock. Тихо, Элизабет, что там? Аукцион? Кто быстрее сделает? Странные люди. С другой стороны. Ой, а что у тебя с рубашкой-то? Я не заметил. Изорванная вся. Подростки будут довольны. Так, хорошо, что это у нас такой карабин? У меня тут снайперская винтовка. Вот этот карабин. Но я не думаю, что... Качать пока ничего не будем. То есть у нас для обычного боя есть вот эта вот ручная пушка, которая, я думаю, будет достаточно серьезно лупить по всем. А для боя уже с серьезными дядьками у нас вот такая вот аппаратура есть. Так что не пропадем. Что взять? А, винтовка. Хорошо, давайте осматриваться. Зацепиться.
и попасть куда-то наверх, видимо. А, мы сможем, подожди, вот так вот пройти над ним. И без боя. Закрыто. Can you get this open? I've never even seen a lock like this. Anti-pressure device, a spring-loaded wiper, a relocker. You need a battering ram to open. Так, чекпоинт службы безопасности. Here it is, Booker. Чен Ли, gunsmith. Что у него? А, вот это вот перевели, смотри. Странно. Так, ну, нам сюда, давайте посмотрим. Блин, тут же столько всего интересного. Тут нет ни одной локации, которая сделана была бы по принципу... так, что произошло? Ну, моргает. Братюнь, тебе помочь? Ладно, сам разберусь. Нет ни одной локации, сделанной по принципу Ctrl-C, Ctrl-V. Внимание к деталям просто бешеное какое-то. Я возьму? Ты не против? А, не, Максим, жаль. History is built on the backs of men like you. Ты не боишься упасть? Это как эти строители небоскребов в 30-е годы в Нью-Йорке, да? Все видели эти фотографии около национального парка, сидят там на балках на высоте 200 метров. Да, специально брали людей, которые не боятся высоты, по большей части они были индейцами. У них врожденное такое свойство высоты — не бояться вообще. Падал, конечно, до хрена. Так, Элизабет, иди сюда. Locked. Elizabeth? Sure thing. Got it. Тебе переодеться, потому что видок у тебя неважнецкий. Look, a cipher. A secret message from the Vox Populi. You're the junior code breaker. What's it say? Sure. Don't know. There should be a code book somewhere. Huh. So we need to find the code book? Yes. Так, ну я думаю, эту книгу мы найдем. Так, Элизабет может взламывать шифры к тайникам народников. Найдите шифровку и книгу ключ к тайному коду, чтобы добраться. Офигеть. Ну, я думаю, мы найдем это дальше, нам придется пилить полуровня назад. Но это интересно. Я обязательно сюда вернусь. Если найду, конечно. Чего не обещаю с моей внимательностью. Так, отмычка. Хорошо. Good. Отмычка уже окупилась. Так, вот это что? А, это кошелек. Здесь часовщик какой-то жил. Часовых дел мастер. Ладно, пойдем тогда. Что у нас тут? Ого. Ну ладно. Куда нам нельзя? Давай. Спасибо. Much obliged. Let's be clear. I would like nothing more than to shorten your work day. But the fact is, I simply can't. Так, хорошо, ладно, пойдем давай. Блин, что произошло? О. Да не может быть. Хорошо, отступаем. Я так и знал, что не стоило идти в это. Свидание. Да не свести, денег не будет. Свидание. Можно было ее взломать, но я лучше сам. Ох, какая пушка. Любимое оружие в игре, все, без вопросов. Не знаю, чего они хотели, я просто заглянул за угол. Но, делай их. Теперь они мертвы, а мне норм. Так, лады. Пойдем уже к этому оружейнику.
Блин, казалось бы, промышленное помещение, да, то есть, но как все выглядит? Интересно. Его тут нет. Зато есть голософон. Послушаем. Великий Чэнь Линь, оружейник, мне совершенно необходимо поговорить с этим ложным пастырем, который весь город поднял на уши. У нас и без него проблем хватает, а он там палит почем зря и сваливает все на нас. Хотя, если он хорош собой, он может оказаться как раз тем, кто нам нужен. Ух ты. Прикольно. А при чем тут вообще моя внешность? Если только использовать меня в качестве символа сопротивления. Люди же любят героев. Будем своеобразным Че Геварой местным. Так, хорошо, тут его нет. Идем дальше. Ой, блин, зачем я его убил? Пойдем дальше. То есть, погоди. Это мы идем внутрь помещения, у нас же еще... Пойдем обратно. Сейчас мы по-быстрому изнюхаем там все. Там наверняка эти книги будут. Надеюсь, здесь охрана не появилась по новой. Для чего и появится-то. Вот здесь мы еще не были. Здесь у нас может быть что-то. О, офигеть. Я уже забыл, как это круто. Сигар. Элизабет. Что это? Ух ты. Это же эта музыка, как ее? Блин, я забыл исполнителя. Ну, поняли. Обожаю. Так, покурим маленько. Медикаменты нужны нам? Ну, почему бы и нет? Вы знаете, вот сейчас вот это был разрыв в наш мир. Это, я все-таки так понимаю, мир абсолютно чуждый нашему. В нем все устроено по-другому. А вот теперь было небольшое окошко в наш мир, наша музыка. Тихо. Так, спокойно. Подожди. Все. Спокойно. Ничего не делал, хорошо? Сейчас он взорвется. Блин, вот этот пистолет, это, конечно, просто шик. Вообще, мне больше всего именно вот в играх нравится маленькое оружие, такое типа пистолетов, если оно правильно реализовано. Мода на это пошла еще в первом Хала. До этого все пистолеты были чисто так, пощипать врага на уровне ножа. А там пистолет был полноценным оружием, с которым можно было пройти всю игру. Здесь нечто подобное. Тихо. Там еще один. А соли у нас, к сожалению, нет. Давай. Так, где-то здесь найдем, наверное, этот шифр. Тут что? Клуб «Добрый час». Подожди. Это совершенно какое-то не по заданию у нас путешествие получается. Ну ничего, попробуем. Шэнтитаун. Я не хочу уходить с этой локации, она слишком крутая. Здесь ничего. Древесина. Давай. Самый лучший напарник в игр. Хоть бы хны. Ну ладно. Так, еще один голософон. Вот, уже не зря сходили. Что там такое?
Так, это что-то новое. Отлично. Площадь Чаня. Раньше на меня никто не смотрел, но потом решили, что это я угрохала леди Комсток, и меня все тут же стали замечать. Я сбежала в Финктон, спряталась там, забилась поглубже. Единственное, на что может надеяться ребенок с цветной кожей, это на то, что для белых ты невидимка. Да, непросто у тебя было детство. I head to Finkton, and I hide. I hide deep. The more they look, deeper. Doesn't look like we can enter now. The only thing a colored child can count on is the fact they're invisible. Так, ну что, идти мне в тот клуб, нет? Мне, по идее, вообще в другое место нужно. Но есть такое ощущение, что туда нужно будет прийти по сюжету потом. Ну, я считаю, что лучше лишний раз проверить, потому что и вам интересно, и мне. Это же комплексное прохождение. Не просто по вершкам, как любят некоторые. Пойдем посмотрим. Не верю, что Фицрой выполнен договор. Есть люди, которые просто не платят долгов. Факт. Ух ты. Блин, это настолько вот похоже на восторг из Биошока оригинального. Кажется, сейчас придут эти... Понятно, мы, видимо, сюда позже придем. Короче говоря, так и кажется, что сейчас со всех сторон побегут эти нелепые, изуродованные плазмидами мутанты во всяких масках смешных. Да все, поняли, ладно, уходим. Хорошо, по крайней мере, осмотрелись. Ух ты. Блин, визуальная часть. Просто офигительно. Как там в комментариях кто-то написал? В Crysis 3 графика лучше. Поэтому Crysis 3 игра года. Очевидно. Хорошо, пойдем, куда нас просят. Ну, неплохо так смотрелись. Локация такая узловая, по ней, видимо... Мы постепенно попадем во все локации, которые мы только что изведали. Отлично. Неплохо так мы заглянули. Так, нам наверх, значит, пойдем вниз. Ух ты. Прикольно. Аккуратно. Здесь я чувствую, кто-то будет все это дело охранять. I've read about this. It's Gautama Buddha. Who? The founder of Buddhism. Spent 49 days under a Bodhi tree until he achieved enlightenment. Something tells me Comstock doesn't cater to idols getting worship that ain't him. Нормально. Буддист у нас тут, значит. Восток — дело тонко. Буддизм — вообще интересная религия. Так, если почитать. Совершенно другие ценности. Hello? Hello? Mr. Lin? Chen Lin? Is anybody here? What happened here? Someone worked this place over. Local constabulary. Да, шмон еще тот. Кто плачет? Did you hear that? There's someone downstairs. Так, сейчас подожди, Элизабет. Сначала проверим бочку. Печенечек съели. Так, нам обратно, что ли? Кто это? Хм.
Миссис Лин. Excuse me. Ma'am, I'm sorry to bother you. We're looking for Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Booker. Mr. Lin, not here. He gone. Gone? They take flying squad. No, it's плохо. I pray, Gautama Buddha. Pray, give husband back. Give back to Mei Lin. Where did they take him? Club. Everyone take to good time club. Where is this club? Да мы знаем, где он. Ma'am, please, Booker, where, where is this club? Booker, we'll find it. Just leave her be. Why not Vox Bully help Chen Lin? Why not Daisy Fitzroy help Chen Lin? Все понятно. Cops. The kind who probably got their boot on Lin's throat asking him how well he knows Daisy Fitzroy. Isn't she the one we're working for? As a matter of fact, it is. Now let's figure out where this good time club is. Ну, это даже хорошо, что мы уже убили всех, и теперь будет просто нужно туда пробраться. Интересно, такой небольшой участок с сэндбоксом, с открытым миром. Что это было? Офигеть. Так. Машинка, выручай. Ты посмотри на него. Давай, соли. О, пока ты мне соли кидаешь, он мне тут уже... А, я застрял бы как-то. Хорошо. Бежим. Но если так дальше будет продолжаться, то мы его победим. Давай, пригодится. Слышали, он говорит, уйдите, говорит, пожалуйста, уйдите. Он против своей воли так поступает, что ли? О! Это хуже, чем большой папочка. Ох, твою мать. Бежим, бежим. Элизабет, отойди к чертовой матери, он же психованный. Тихо. Это факт. Ты посмотри на эту зверюгу. Так, что это шляпа? Подожди. Давайте вообще разберемся с инвентарем. Так, здесь у нас стоит... Давайте поставим прыжок. Так, узкий обзор. Я думаю, вот это вот самое лучшее будет для меня. Так, пуля в подарок. Вместо него мы ничего не можем поставить. А сюда. Так, хорошо. Это, вот эта вот прикольная штука была, кстати. Это мне не сильно нужно. Ну, вот это вот при перестрелках, поэтому давайте вот это возьмем. Давай, все, пойдем отсюда. Просто есть ощущение, что мы отсюда будем выходить, и на нас попрут превосходящие силы врага. Тогда мы воспользуемся помощью вот этой вот штуки. Я для этого оставляю. Патрончики надо. Патронов мало осталось после этой гориллы. Фух, ну прикольно было. DeWitt, my boy!
You know, the best kind of interview is one where the applicant doesn't know he's being evaluated. But I've watched you since the other day at the lottery. You're a brute. And in times like this, I could use a brute. What do you want, Fink? My labor unrest is coming to it. Now, Fitzroy has got the jungle all riled up. A man like me could have use of an old Pinkerton like you. Так, ну, по крайней мере, убить не хочет. Так, я хочу улучшать этот новый пистолет. Он мне понравился. Так, это не оно. Вот это оно пахает. Дробовик, винтовка, пистолет, пулемет, снайперская винтовка, карабин. Так, пока что на мой этот слонобой ничего нет, к сожалению. Ну ладно. Let's find Shen Lin and get the hell out of here. Now, now, all I ask is that you finish what you started to it. Wouldn't want to disappoint the other applicants. Our first candidate is a veteran of Peking. Now, what's that they say about old soldiers? Frankly, my money's on you. He's something of an old hand at handling explosives. Only man I know who hasn't lost a limb working with them. Yet. Ох, ребята. Watch out, fireman! Так, это будет достаточно серьезно. Но пока что меня мое оружие устраивает, поэтому я ни гранатомет, ни картечницу брать не буду. Давайте, ребята, наступайте, а мы вас потихоньку... Да, еще попадать научиться. Хорош. Где он? Ну вот ты. Блин, ты откуда взялся тут? Ах, хорошо, прям влепил. Так, ладно. Ты посмотри. Блин, прикольно здесь сделано, знаете? Чекпоинты. Вы что, хотите сказать, практически бессмертный, что ли? Так, тихо, тихо, тихо. Да, блин, хватит косить. Сволот, ты убил меня, на. Сволота недавно узнала, оказывается, украинское слово. Лена хватался. Так. Да блин, ты посмотри, какой он упертый. Да что ж ты, давай сделай мне медикамент. Я сейчас уеду, похоже. А, это тихо. Да, это уже не просто. Так, хорошо. This young go-getter is a former devotee of Lady Comstock. But without the old gal, they don't know quite what to do with themselves. Pick this one up at a hiring fair for a song. Так, хорошо. Пробежал вот это, да? Падает уже. Давай, молодца. С этим было попроще.
А вот эти взрывные, я их не перевариваю просто. В такие моменты вообще во время таких заварух хочется, конечно, взять в руки плавомышь и сделать все как надо. Хорош. Гори, гори, моя звезда. Давай. Блин, со всех сторон. I'll keep my eyes open for more. Да что ж ты? Вниз спускаться пока особо не хочу. Ты в Элизабет, что ли, стреляешь? Совсем охренел. Летать. Catch! No! Enough of the opening acts! Your true rival is an expert with the automata! Ой, только сейчас Франклин придет. Давай-ка. Так. Давай, работай. Получи. Спокойно. Не надо стрелять. Он прыгает еще, что ли? Пошло. Так, бежим, 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 оно идет. Слишком, слишком много. Да, косой. Косой дважды. Фу. Блин, мне бы еще солей. Нет у вас? Так, хорошо. Пока что справляемся. Минус. Окей, спасибо. Я надеюсь, все. Quite sure you were the man for the job, but now I can say with certainty that I was quite wrong. Now, there you go. I'm not interested in your job, Fink. Now, I know all about your little job for Fitzroy, but do you really want to take her offer over mine? Do you know how many people would kill to be head of Fink Security? You're a tough nut to crack, Mr. DeWitt. A tough nut, but I promise you this. I will get what I want. Ну, посмотрим. Надутый баран. Так, это нам не нужно. Хорошо, сейчас мы туда пойдем. Давайте сначала все исследуем, потому что местечко довольно интересное, да? Просто представить, как тут сидеть удобно. А там кто-нибудь на сцене поет. Я бы посидел. Заведение высший класс. Картечница мне не особо нужна. Я бы, конечно, хотел вернуть свой пистолет назад, где он там лежит. Ну да ладно, в принципе, и так пойдет. Да сейчас, подожди, пойду. Вниз. Нет, я не могу, мне нужен мой пистолет. Где-то тут я его оставил, вот он. Вот так. Пистолет просто атомный.
Хорошо, что же тут? Только для обслуживающего персонала. Это что? Давайте послушаем. Клуб «Добрый час». Я думал, ты дурак, дорогой братец. Когда ты сказал, что слышишь чудесную музыку, доносящуюся из дыр в воздухе, я решил, что ты сбрендил. Но ты мало того, что сумел сколотить на этих дырах состояние, так еще и мне указал путь. Подожди, так это дыры в воздухе? Это разрывы, что ли? Интересно. Хоть 2012-й. Ну ладно. Ой, Элизабет, я прям сквозь твою голову стрельнул. Еще? Понятно. Здесь нас не ждут. Ну что, давайте на этом прекратим эту серию. В следующей посмотрим, что в этом подвале таится. И, скорее всего, найдем уже этого товарища. Фух, блин, это будет достаточно интересно, я думаю, потому что прям как-то здесь очень атмосферно. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. Ух ты. Всего хорошего. Пока.